Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы с Таурусом будем убивать левого вот этого вот Мегамена. А может не будем? А, ну левого, да. Он, к сожалению, не умирает, поэтому пойдем к правому. И там будет... Там будет кошмар. Да, мы вам показали, что такое Мегамен в последней серии. И, возможно, вы не увидите то, что мы сейчас записываем. Потому что мы не будем больше продолжать. Ну, кто его знает. А может будем, правда? Да, сейчас повырезаем все. Короче, повырезаем и все. Это хотя бы мы знаем секрет с лунной походкой. Хотя бы так, да. Потому что это реально вот спасает как-то. Ну, в смысле спасает? Мы ему чуть ли не половину хп сносим за раз. Ну, вот я и говорю, а представляешь, без нее. Да. Встал там где-нибудь, упустил возможность. Слушай, я что-то разучился даже... управлять молнией. Так ты ей никогда и не управлял. Рейден, бог грома и молнии. Не-не, я другое хотел сказать. Зевс. Последний маг воздуха. Я не ты не смотрел. Я такого не смотрю. Прикольный мульт. Между прочим, очень хорош. И философский, да. Да, ясно. А, как камень практически. Слышишь, это получается я должен убивать. Забавно. Мегамена, да, должен ты пройти. Как бы знаешь, ты это твой злой двойник, во, я понял. Ты должен свою копию уничтожить. Самозванца. Угу. Слышь, Кирби так прикольно лунную походку делает. Ну, то он и Кирби. Он вообще милаха. Я бы его вместо подушки использовал. Знаешь, эти японцы покупают же себе всякие подушки с анимехами. Ну да. Так и при всем при этом, мне кажется, что Мегамен для меня лично проще и приятнее, чем Соник. Нет. Никогда. Не говори. Никогда. Кольца ну, летят. Тут хотя бы легко... Ну, не то чтобы легко, но это хотя бы реально предугадать. Чем в обратном случае. Ой, не могу залезть. Не могу залезть! Да что ж ты маленький такой, Кирби? Кстати, я не уверен, что мы будем вдвоем проходить. Если вдруг кто-то справится... Да, я тоже. Я даже рассчитываю на то, что кто-то один пройдет, и второй забьет на это дело. Друзья, мы несколько суток пытались его завалить. Ну, не на запись, до этого. В общем расчете, причем суток. Да. Не... Точно. Не то, что там один день зашли на часик. Несколько лет. Ага. Представь, через отцу! Два года... Доложу! Через два года мы выкладываем следующую серию. Чешу она подвисает. Ты тоже, да? Был лак один, по-моему. Что-то мне не помогает мой этот гаслинг. Ух ты! Три кольца, три кольца. Что три кольца? Выключи Рика Эсли. Три ну, кольца я, на я меня летят. А все равно не включай. Даже если не включал. Ты меня провоцируешь такими словами. Нет! Ну? Ах ты подлая тварь. У Алексея пока больше успехов, чем у меня. Ринг наполовину. Нет, ты Ридмана, кажется, несколько раз как минимум, да, убивал? Ну да, я говорю, я находил даже в Мегамене, он когда пульки кидает, окно находил, куда там прыгнуть. Я всего где-то один или два раза его победил. Вот на Элекмене хорошо, что молния-то исчезает, когда его убиваешь, иначе бы вообще край. Ай-ай-ай-ай-ай. Да, это правда. В ритму сказал такая, яй! Ну плюс молнии же можно обманывать, вот это тоже хорошо. Можно, все можно. Блин, я же когда-то убивал Элекмена вообще с первого раза всегда практически. А сейчас словно бы разучился по таймингу. Асу! Прикинь, дальше вот после него еще и сохранения не будет. Да? И надо будет куда-нибудь на другой экран пройти, чтобы сохраниться. А ты знаешь, ты смотрел куда? Нет. Я себя никогда не прощу, если я каким-то чудом смогу убить этого... Ну, я даже продолжать не буду, я все забью. Боже мой, я разучился вообще. Алексей у нас пропал.
Итак, друзья, таким образом у нас с вами сольное прохождение. Я не знаю, почему так получается. Может быть, это я пропал, а не Алексей. Но это и забавно, на самом деле. Если я сейчас без него пройду Мегамена, это будет вдвойне более забавно, но... Алексей! Алексей! Не единого разрыва! Дьявол, а? Подстрекатель чертов. Да ё-моё, он пузыри свои кидает прямо в меня. Кольцо, кольцо! My precious! Да, кольцо всевластия. Precious! Моя прелесть! Кстати, знаешь, что заметил? Хаббитсы! Хаббитсы, мерзкие хаббитсы. Ха! Смегл, смегл! Колум, колум, колум! 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 Капец. Что происходит? Мы играем, проходим в Мегамена, что происходит? Мегамен! Мегамен! Мерзкие хоббитсы! Слушай, а хорошая тактика, правда? Какая? Рингмы навалить. Вначале-то? Ты каждый раз прыгать вниз. Ага. Я просто так никогда не делал. Я обычно всегда на месте стоял. Внизу тоже говно. Потом еще и залезть трудно иногда. Возможно, его сейчас даже... Ногой убил меня. Ой, господи. Я думал, это я умер. Ну давай же, надо убить. Ну понятно, конечно, надо убить. Угу. Ну, в принципе, я понял тактику, которую я буду использовать против него. Причем, знаешь, он такой подлетает и кольцом кидает в тебя. Гнида. Событие, я представил, что это Кирби говорит таким милым голоском. Гнида! Какая музыка бодренькая. Гляди. Ты что, с ума сошел или что? Он не попадает. Так. Ты что, умер? От удивления. Слушай, ну я так думаю, это надо даже на запись вставить. Ну я тебе так скажу, он это... Я говорю, в Мегамена не попадает. Он выше стреляет. Ты мне только объясни, пожалуйста, а как препятствия там перепрыгивать? Он же большой. По ногам ориентируешься. То есть вот я примерно вот под твоим ростом, где у меня ноги, под твоим ростом, это физическое тело. А, то есть я понял. А пули летят из рук. Надо беречь ноги. Угу. Это очень странно, надо признаться. Подожди, это секрет какой-то ты открыл, да? Ну, как секрет? Я подумал, ну, что ну, это ну, мини-босс. Ну да, секрет, но там довольно просто. Короче, друзья, я так полагаю, что после этого босса я вернусь в старые миры, и я просто тоже хочу это. Ты что, записываешь, что ли? Записываю, конечно. Зачем? Как это? Все, погнали. Ага. Сейчас я сменю, я больше не хочу им играть. Давай! Ну уже, еще чуть-чуть. Убил, хорошо, что дальше. Сейчас поле... Ай, Мегамен, надо было стрелять по нему, да? Если убил, убери меня фразу в начале. Сейчас, тихо-тихо, я хочу вспомнить, как где нужно стоять. Понятно. Мне почему-то самому стрёмно небритому ходить это по улицам. Потому что хочется, если уж ходить, то уже именно с щетиной, с нормальной. Щетиной? Ну, с такой полубородкой, полущетиной. Щетиной или щетиной? Какие таурусы необразованные. Так, сейчас тихо будет. Последний момент, да? Да, я понял. Все, я понял. 25 оставил мегамешки. Так, 20. Радость-то какая, действительно. Ой, ты мешаешься мне как. Слышь, ты долго живешь. Я уже опять на начале вообще-то. А, что-то показалось, что ты это. Ну, я на пульках был, там умер. Давай, давай, родной. Еще один разочек. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, где стоять? Я забыл совсем, блин. Хорошо, перепрыгнул. Все дальше. Скелет. Стою. А дальше, по-моему, там же надо стоять где-то. Чё за connected, блядь? Так, 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 так! Бляха ты, муха, я три полоски скелету оставил. Бывает. А знаешь, почему? Я отошел с места, где должны быть следующие щиты.
Все, я понял, как его побеждать. Эту попытку, пожалуй, сохраню, потому что рекордище. И, кстати, друзья, если что, мы уже, наверное, сколько, трое суток пытаемся записать. И вот такие вот кусочки отовсюду будут у нас. Ну вот, в общем-то, как-то так. Это победа над одним из самых сложных боссов в игре, хотя некоторые люди считают, что это в принципе самый сложный босс. Но это спорное заявление. Наверное, стоит кое-что сказать. Давайте-ка сохранимся. Ну, наверное, что стоит сказать, так это то, что Мегамен оказался такой жопой, что мы с Лешей решили, что пусть каждый пытается его победить в свое свободное время, потому что мы и так как бы не часто можем вот так скооперироваться, посидеть в скайпе, попытаться его убить. Так при всем при этом еще и не получается ничего, мы трое суток его валили. Вот, ну, в общем-то, это уже второй раз, когда я убил Мегамена. Вначале я это сделал то же самое, только не на запись, тренировался. Вот, а сейчас решил уже на запись. Просто что я хочу сказать. Во-первых, босс... Вначале говорили, ну, как вначале, кто-то говорил, что Соник ему дался сложнее, чем Мегамен. И я как бы удивлялся, потому что у Мегамена столько стадий, там столько приколов, и так долго его валить. А вот в чем дело? Дело в том, что Мегамен тоже такой, знаете, задротский босс. То есть, о чем я говорю, вы привыкаете к тому, как ведут себя боссы, враги, и это становится довольно-таки легко, то есть это только на первые три дня это кажется таким уж сложным, потом уже все более-менее, тогда как Соник все-таки босс рандомный, и просто от вашей реакции все зависит. Вот, например, давайте-ка на примере вам объясню. Скелет этот, как его там звали, Скулмен, в Мегамене его звали. Там он выстреливает своими кольцами всегда одинаково, то есть я просто запомнил, где нужно стоять, чтобы увернуться от кольца. Потом я где-то на пару сантиметров отошел влево, это лучшая точка, чтобы преодолеть его выстрелы, и это было очень просто. Потом я снова вернулся на то же самое место, где я переждал его кольцо и его убил. Потом чуть-чуть отступил влево и увернулся от всего того, что в меня кидает дракон. В общем, самая большая сложность в Мегамене это прежде всего его многоэтапность. То есть по отдельности все боссы очень простые, но легко ошибиться. И когда есть несколько мест, в которых тебе легко ошибиться, все это, конечно, становится сложным. Поэтому, не знаю, я себя считаю просто героем. Это большой подвиг, в общем-то, и что сделал я, что сделал Леша уже на своем канале тоже в соло. Мегамена победить, конечно, это подвиг. Ну, а в следующей серии мы уже познакомимся с абсолютно новым миром, в которой я вижу первый раз в глаза, я здесь никогда не был, вообще не представляю, что может быть дальше. Ну и, разумеется, мы там будем уже с Лешей испытывать все превратности судьбы, которые нам, в общем-то, попадутся по пути. Но самое главное, что мы замочили Мегамена, тогда как сами не были уверены, что, в принципе, когда-то у нас это получится, и мы продолжим прохождение. Но мы продолжим, друзья. Ждите следующих серий, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наши каналы.